Здравствуйте, в эфире «Дежурный по городу». Конкуренция на коммунальном рынке – дело привычное, но вот правильно ли, когда из-за нее страдают обычные люди? Город имеет право знать. Осипенко, 34. По мнению жителей, из-за коммунальных войн уже отключили лифт. Люди не знают, к чему им готовиться дальше. 22 февраля у нас отключили лифт. Без всякого, так сказать, предупреждения, без всяких объявлений, зная, что впереди 3 свободных дня у людей. Я хочу... Вот как она с коляской сейчас, да, я ему могу... Да, у нас вот колясочники вот сейчас пришли, есть колясочник-инвалид. Вот, как на 9-й этаж подняться с коляской, а? Мамочки, да. А? Вот. Снимай меня. Угу. Как я, дружище. Вот так. Звоним диспетчеру в нашу лифтовую на Челюскинце. Мне сказали. Лифт у вас отключен, и он будет еще долго не включен. Вот каким-то злорадством вот таким. Я говорю, а почему? А вы звоните в свою управляющую компанию. Вот что мне сказали, и повесили трубку. Позвонила женщина и сказала, вы в курсе, что у вас отключат воду еще и отопление? Вот и все. Я говорю, откуда вы знали мой телефон? Повесили трубку, все. Звонил я, в лифтовую. Сказали, никто к вам не придет, да, звоните в управляющую компанию. И все. И вот мы все здесь, вот заложники, вот этой диверсии нашего ЖЭО, нашего управляющей компании, даже не знаю, кто из них виноват, но мы вот оказались так. Долго вы будете подниматься на 9-й. А коляску кто? Если при обращении в коммунальные организации вы столкнулись со стеной непонимания, пишите, звоните в нашу программу.